Всем привет, друзья, с вами сегодня, как всегда, Кофе, и я хочу поделиться с вами кое-чем интересным. Буквально на днях мне пришло на почту письмо с сообщением от какого-то неизвестного человека. Я решил проверить, что это такое, и внутри письма было вложение, там был прикреплен целый файл, который весил очень-очень много-много гигабайт. Также этот человек сказал, что он относится каким-то образом к компании Rockstar, и он говорит, что они сейчас сидят упорно и работают над созданием GTA 6, то есть шестая часть GTA. И он хотел поделиться именно со мной этой разработкой, этим прототипом, этой бета-тестированием. Я не знаю, что это такое, сегодня мы с вами это проверим. Поэтому я предлагаю незамедлительно нам переместиться уже, собственно говоря, к этому файлу, который мне отправили, и посмотрим же, что это такое. Ну что ж, я запустил программу, нам тут уже сразу предлагают выбрать английский или русский язык. Это очень даже хорошо, что игру перевели уже на русский язык, это просто замечательно, как я считаю. Так что, внимание, все персонажи и события в игре являются полностью вымышленными, все совпадают. Падение случайно. Данная игра ни в коем случае не пытается кого-либо оскорбить и задеть чьи-то чувства. Окей. 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 Так, то есть, что это такое вообще? Что это такое? Кто-нибудь не может вообще объяснить, нет? What the fuck? Не знаю, что здесь написать и так вывесить. Ой, ребята, что-то мне даже как-то, если честно, страшно вообще идти дальше и смотреть, что нас ожидает впереди. Но, пожалуй, я все-таки это сделаю. О, боже, ну это просто гениально. Как по мне, это реально гениально. Михаил и Кирилл представляются. То есть это еще и русские разработчики, смотрите, прекрасно. Прекрасно. Графика отлично. Это очень здорово, что все-таки Rockstar не стоят на месте и чем-то занимаются, понимаете? И готовят для нас новые продукты. Городской суд, понятно. Просто все понятно. Знаете, если честно, я уже в большом предвкушении, потому что реально, я уже просто понимаю, что нас ожидает впереди. Вот, но, ребята, это GTA, понимаете, вот то, чего мы с вами заслужили, понимаете, вот это вот то, чего мы все так с вами долго ждали. Так, а мы с вами вообще можем каким-то... Вы слушаете Сосити FM. Сосити FM. Что? Новости. Что? В эфире новости. Совсем недавно двое умственно отсталых разработчиков Михаил Колфутиченков и Кирилл Шербакичевич выпустили свой новый хит под названием ВЦБ. Удивление критиков, игра получила больше 0 баллов из 10 во многих игровых изданиях. По мнению авторитетного издания «Днище Вести», успех игры связан с тем, что она для элиты, а не для быдла из нижнего интернета, которым мамка дает деньги на игры. Я понял, спасибо. По другим новостям, Вивальди Путлер заявил, что он не исключает того, что будет баллотироваться на пост президента на 13 срок в 2048 году. Об этом он заявил в своей осенней резиденции в сирийском городе Балетто, попивая пиво. К новостям культуры. Стример Шикарина снялась в новом фильме «Лысый наносит удар» стримером в Италии 2. Бюджет фильма составил 13 евро, что на 15% больше, чем предыдущая часть. Желаем Кариночке дальнейших успехов. Так, а как-то можно выключить радио? Или... И к другим новостям. И сегодняшний выпуск завершают новости спорта. Сегодня в Бухограде состоялся чемпионат по литтерболу. 200 спортсменов неистово боролись за главный приз – медаль с шоколадную с орешками. Выигравшему чемпионат спортсмену вскоре стало плохо. По его словам, медаль с орешками была просрочена. Вы слушаете Сосити FM. Я надеюсь, то, что на этом новости закончились. Здравствуйте, в эфире музыкальный часок на Сосити FM. Музыкальные чарты нынче возглавляют местные таланты. MC Пох, Ночной Змей, Диджей Толик, Болик, банк группы Половые Губы, пол-певец Хуан Педро с Дудрочилью из Гондураса, Эрнандо Гавадрочи из Испании, Ио Волио Трамбара из Италии и финская метал-группа Разрывной Пукан. What the fuck вообще? Джибурзоев. Можно выключить как-то радио, пожалуйста. Эфире, что сможем найти на наших потертых. Спасибо, я понял. Мы любим вас, дорогие слушатели. Спасибо, я тоже вас люблю, я тоже вас обожаю. Это ваши проблемы. Спасибо. О, ребята! О, да! А что нам делать-то нужно вообще? Итак, ребят, я поездил немного по городу. Наконец-таки выключилось это радио. Я надеюсь, что оно больше играть не будет, потому что там играют какие-то слишком популярные треки, скажем так. Вот, и прямо сейчас, я как понимаю, мы едем на первое задание. То есть, перед первым заданием мы должны были просто поездить по городу, немного его изучить, а теперь мы должны вот уже прям конкретно отправиться на первую миссию. Мне нравится очень звук, который сдает автомобиль. Вы слышите это, да? Это очень странно, как по мне. Так, ладно. О, да!
Так, ну-ка давайте посмотрим. Захват территории! Это мы! Это, кстати, мы! Не обращайте внимания, что написано на майке. О, господи, что за игра? Просто что это такое? О, почему? Привет, почему он вышел с прийти? Ты говорил, что мы можно подработать. Да, слушай, ввиду свой бизнес, но мне мешает местная банда. Все время пытаются ограбить меня и отжать мои бешеные деньги. Они называют себя Алькаусом. А, понятно. Это местная дворовая шпана, которую надо истребить. Окей. Это что с нашим лицом? Мы человек сообщил, что они оккупировали школьный двор. Отправляйся туда, убей всех. Окей, хорошо. Я... Окей, босс, окей. Господи, что с нашим лицом? Что это за игра вообще такая? Скажите мне, пожалуйста. Кирилл дал вам пистолет. Им вы можете убивать врагов. Для прицеливания сможете правую кнопку мыши. Так, все, враги у нас отмечены на карте. Они стоят... А, ну я их вижу. Ну, ща мы быстренько с ними разберемся, так сказать, да? Вот, по-быстренькому, скажем так. И я надеюсь, что все пройдет более-менее гладко. Так, пацаны, шпана, иди сюда! Алло, вы чё там на моего братка? Я не понял, рыпайтесь, а ну-ка давай. Куда ты бежишь? Это нормально, что звук от стрельбы? Я надеюсь, а сколько хп? А, всё, я понял. Ну сколько в него раз попасть надо? Я вообще попадаю? Вы слышали? Пиу-пиу-пиу! Нормальная стрельба, нормально. Так, ну двоих я уже положил, только вот с хп у меня сейчас возникает некая проблема. Так, а ну иди сюда, а ну давай. Так, я не попадаю, да? Во, во, во. Да чё так кашу-то я? Я же вроде прицеливаюсь прям тебе. Во, хорошо. Во, давай, 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 замечательно. Так, ХП у нас, кстати, уже это. Но там, если что, есть больница, про которую, ну, я там ее просто пропустил. Так, осталось четверых просто замочить и все. Отлично. Ну давай, иди сюда. Ну, ребят, ну, конечно, это не GTA 6. Очень жалко, что это не 6 GTA, но все равно игрушка, ну, такая угарная. Так, так, не-не-не-не-не-не. С минигана там не стреляет, слушай, с пистолета пулемета. Так, перезарядочка, перезарядка. Не, не, чувак, ты остался один, все, твоя банда все положили. Все, первая миссия! А это еще не все? Это еще не конец, да? Ну давай, иди сюда. Черт, кажется, в меня попал снайпер! Он разве со снайперской винтовки стрелял, или мне показалось? Че ты. Где я? Где я? Ты в больнице, не беспокойся, ты не умрешь! А если мне в следующий раз в голову попадут? Ну, кстати, интересный вопрос. Успокойся, у меня такое 100 раз было. Подлечат, подлатают. И снова бой. Бой. Правда, тут придется в 4-часовой очереди стоять, прежде чем тебя вылечат. Но зато бесплатно. Кстати, ты успешно освободил школьный двор от этой банды. Как выйдешь отсюда, заходи ко мне, у меня для тебя будет еще работа. Окей, первая миссия выполнена, найс! Так, мы с вами теперь можем ездить на другие какие-то миссии. Как видите, у нас на карте появилось еще несколько отметок, как я понимаю, да? Буква Х, буква Т, и прямо сейчас, ну, поехали на самую ближайшую точку, посмотрим, что нас там будет ждать. Следующая миссия, ну, игра, конечно, очень странная, прям безумно странная. И вот эти заставки, они просто, ребята, сногсшибательно, серьезно. Оооо! Всем привет! С вами Юрий Хованский и это шоу «Шаверма Патруль». Хейтеры, сосните, мы приехали в Вайсити. В рифму нормально, да. Эй, пацан! А ну подойди сюда! Слушайте, неужели реально Хованский озвучивал в игру, серьезно? Круто, это очень круто! Ты когда-нибудь хотел сняться со звездой? Конечно, хотел! Конечно! Дуба! Конечно! Ну. Ой, понятно. А, забей. Считай, что тебя покажут по телеку вместе со мной. А это очень круто, чувак, очень круто. Будешь моим соведущим в этом выпуске. Двое предыдущих ведущих, Максим и Кузьма, обожаю таких операторов, просто вот обожаю. У меня появилась вакансия. Ставьте лайк, если у вас когда-нибудь такое было, хотя я не знаю, у кого могло такое произойти, но не важно. Раз представляется возможность бесплатно поить шурмы, то я не против. Понятно. Вот и отлично. Правда, есть небольшая проблема. Заработок с Ютуба стал настолько низким, что мне не хватит денег на покупку второй шурмы для тебя. Есть одну на двоих мы, конечно, не будем. Ведь, как говорится, изо рта в рот получается микроб. Ну да, все верно. Точно известный блогер. О, пер...
Оператор. Да, конечно. В общем, надо где-то достать. Вот примерно деньги. Так же я, короче, держу камеру. Вот примерно много так. Много не заработаешь, зато это законно. И на шаурму тебе хватит. Ты будешь сдавать бутылки. Это работа, которую я заслужил. Да, бутылки из-под пива. Они тут везде разбросаны. Поищи там около кафе «Башня» и в парке за ним. Потом сдадим их и купим тебе шаверму. Окей, хорошо, я понял. Все, это то есть наша вторая миссия, серьезно? Собрать бутылки? Да это же бред какой. Так, вот вижу бутылочку, отлично. Так, одну бутылочку мы с вами собрали, замечательно. Да, вы серьезно сейчас собираем? Мы с вами понимаете, чем, ребята, вообще занимаемся? Я в шоке, я реально просто в шоке. Я сейчас сижу, просто не утомеваю, серьезно. Я не понимаю, чем я вообще занимаюсь. Самое убойное кафе в городе, кафе «Башня». Ребят, если у вас есть такое кафе, и оно убойное, то обязательно напишите в комментариях. Так, бутылочки. Ох, тут абандосы, вы что, охраняете бутылки, хотите сказать, да? Ну куда ты бежишь? Пил, все, минус. Мне на санули. Ну а ты куда бежишь? Ну, так, это. Ой. Опасный момент! Опасно! Окружает со всех сторон! Вот это перестрелка! Вот это экшен! Вот это боевик! Ой, такое в кино редко увидишь! О, все, отлично, замечательно. Так, ну слушайте, бутылку, блин, конечно, собираем, понимаете, бутылки ценой нашей жизни. Это же насколько нужно любить свою работу-то, а? Ох, тем более такую работу. Ну куда ты бежишь? Ну вот что ты хочешь? Ну ты же понимаешь, ну что, у тебя ничего не получится, как бы. Ну так, сколько нам бутылок с вами вообще осталось собрать? Так, а еще надо пособирать. Я вижу, что сверху у нас есть шкала. Ну просто чем я занимаюсь, господи? Ну давай, иди сюда. Минус и, ну, перезарядочка. Погоди. Сейчас я перезаряжу. Вот так вот все. Так, бутылка, где ты? Иди сюда. Мне нужно тебя собрать, чтобы потом дать Хованскому. Понятно. Так, я надеюсь, это последняя бутылка, да? Просто. А, не, я еще вижу бутылку. Ура! Я собрал бутылки! Отлично! Теперь мы сможем купить тебе шаверму. Пойдем. Я очень рад, что ценой своей работы я могу купить себе шавуху. Какой-то странный привкус. А ты точно мне ничего сюда не подложил? Ты чё, братан? Давай сосредоточься на обзоре. По структуре все-таки она была далека от идеала. Вверху лаваш был достаточно хрустящим и сухим, но чем ниже я опускался, тем сильнее она текла. Как текут и сучки при виде меня и моего члена. Так вот. А мясо было неравномерно распределено, и мне попадалось то только оно, то только капуста. Что скажешь, Вано? Просто идеальный обзор. Ну вот просто, ну, нечего добавить, понимаете, сюда. Вот, ну нечего. Просто нужно согласиться. Тут ощущаются какие-то хитрые, интересные ингредиенты. Я прав? Конечно. Поэтому итоговая оценка 3 балла. В смысле? Почему 3 балла? Я бы дал больше, если честно. Эй, это он сказал, что моя шаурма отстой. И выложил это на YouTube. Вали этого ублюдка. Вано! Защищай меня! Хорошо, я все. О, у меня. Вот это уже оружие посерьезнее! Вот это уже другое дело! Сейчас, погоди, сейчас быстренько. Так, у него дробовик, не надо подходить к нему близко. Так, и все. А, мы окружены, прям посмотрите на карту, там враги повсюду. Так, еще кто еще? Ой, да ты нормально, ты Халк, что ли? Ты тачку просто. Ты как тачку так двигал, да? Так, перезарядочка. Давай, подходи, по одному, на всех хватит патронов. Ну все, ну а ты куда бежишь? Ну давай сюда, давай. Вот, все, Юра, спасибо, твоя жизнь, тебе, понимаешь, брат. Под защитой. Благодаря тебе я остался жив, и назло всем хейтерам смогу дальше засорять Ютуб своими видяшками. Спасибо. И да, если что, заезжай ко мне. Снимем вместе еще. Конечно, я с удовольствием. Миссия выполнена, ура! А мы вообще что-то получаем с миссии этих или нет? Я не вижу, чтобы наш счетчик там, банк все пополнялся каким-то образом. Где? Что я просто так работаю? Где вообще? Я не понимаю. Оплата труда где вообще? Скажите, пожалуйста. Поехали на следующую миссию, посмотрим, что нас там будет ждать. Так, ребят, я пришел на новую работу. О, Юра,
привет! Я прям к тебе, я вот прям знал, что вот к тебе еду, понимаешь? Эй, здорово, братан! Помню, ты любишь пожрать. Скажи, а выпить ты любишь? О, да! О, да! Вот и отлично! Сегодня ты попробуешь мое настоящее пойло. Я приготовлю тебе такие коктейли, от которых у любого снесет крышу. Я тут купил долбанный автобус и разместил там барную стойку, чтобы мы могли тусить и напиваться где угодно. Неплохой такой автобус, а диски вообще вечеринку. Прям четкие, хорошие. Вану, садись, Саша. Диски прям очень красивые. О, кто изображен еще? Ухлопанку. Надо взять попозже. Серьезно, прямо туда везти? Хорошо. Окей, босс. А вот, попробуй из моего кубка. Все, едем, да, все, вот прям вот так вот, да. Хорошая миссия, хорошая. Мне очень нравится. Ну как, крепкая зараза, да? Попали в аварию, ребята. Авария, это дело плохое, конечно, сейчас объедем. Я только сейчас увидел, что написано на номерах, господи. Да все нормально. Просто это бред. Во что я играю, скажите, пожалуйста, во что? Что сейчас будет? Я даже не знаю, чего ждать сейчас дальше, понимаете? Отлично! А теперь давай наберем побольше людей в наш бухлавтобус. Только вот блогера Антона звать не буду, а то он настолько жирный, что алкоголь на него не действует. Окей, если бы я еще знал, про кого речь идет, то окей, хорошо. Так, а подожди, так, вот, все, у нас это, ответка появилась на карте, поехали туда. А пока отведай мой новый коктейль. Так, погоди, я понял, я-то думаю, что у нас все такое размытое в экране, я понял. Не-не-не-не-не-не-не-не, за рулем нельзя вообще ни в коем случае, ты чё, нельзя. Так, ну а что там, там забор, ну вот это все последствия, понимаете, ребят, ну вот нельзя такое делать. Так, все, подъезжаем к точке, что там будет интересно посмотреть, потому что это, как я понял, какой-то клубешник, что-то типа того. О, спасибо, что взяли меня, друзья, давайте выпьем, мне нужно еще заехать за Кириллом. А, хорошо, да, заедем, Михан, конечно, чувак, конечно. Да, и тебе нужно попробовать вот этот новый коктейль. Ух ты, о, что за эффекты, как вообще водить автобус, вот я не в таком состоянии, как, скажите, пожалуйста, как? А вот сейчас, как вообще, о, господи, ой-ой-ой, что происходит? Только начало. Что вообще происходит? Как это еду, я вообще ничего не понимаю, что где находится, вы понимаете? Жесть. Ой, зря я, походу, поехал на эту миссию. Короче, ориентируюсь только по карте. Вот реально. Я вот ориентируюсь сейчас только на нее, потому что по-другому я вообще ничего не вижу. Чё, где вообще находится? О, все, вроде приехали, да? Ну мы же на точке, ну мы приехали, ну... И чё? Ну мы же приехали, ну ёлки-палки, ну давай, выходи уже, ну... Ну что-то же должно произойти, да я же приехал! О, все, наконец-то. Этот эффект хотя бы пропал. А то, Здорово, пацаны, Да еще куда дальше тусить-то, самое скажи? Самое время для вина из пениса оленя. Ой, куда, что делать-то надо, скажите, пожалуйста. Что происходит? Что происходит, скажите, пожалуйста. Я ничего не понимаю. Что это? У меня голова уже кружится, вы понимаете? У меня голова кружится от этого. Это как вообще, как? О, господи, о, боже, о, все, приплыли, куда, чё, где, я не понимаю вообще. О, боже. Ладно, я вижу, в принципе, отметку на карте, буду ориентироваться, так вот, да что с тобой не так, скажи, пожалуйста, мы можем просто ехать с тобой правильно, не нарушая правила дорожного движения, пожалуйста. Я буду стараться ехать аккуратно, но что-то мне подсказывает, что не получится. Господи. О, господи, вроде бы, наконец-то, мы подъехали, это шаурмичная, нет, это же шаурмичная, ну, пожалуйста, ну, давай, я устал ехать, пожалуйста, остановись, пожалуйста, ну, чувак, ну, пожалуйста, я тебя прошу, ну, в чем,
Ну почему ничего не происходит? Я же стою прямо на этой отметке. Ну пожалуйста, все, прекратите. Мне уже плохо. Спасибо. Спасибо. Холандский, я люблю тебя, братишка. Моя сучка. Теперь поехали за моей музой, Кариной. Ну не, ну только не ехать куда-то, пожалуйста. Да ну, не, ну хватит, хватит, ребят, хватит, пожалуйста, хватит. Я вас прошу, остановитесь. Я не смогу ехать дальше в таком состоянии, вы понимаете, я не могу. О, какая тяжелая миссия. Кажется, я умру сегодня. Ну а теперь немного классики. Кто не подпевает, тот чушка. Так, сейчас что-то походу... О, да! Прибыл в здание! Вхожу в игру, Ну все, наконец-то приехали, ребята, приехали, наконец-то, понимаете, наконец-то. Вазик, Вазик. Мне больше нравится, как МС Пох поет. Так поехали за ним. Ой, да ладно, да еще и за ним ехать, да вы достали. Да вызовите уже такси, ну реально, ну я что тут вообще делаю? Точно все нормально, он бледный какой-то, да и автобус ведет как-то странно. Не, со мной, пацаны, вообще все плохо. Пацаны, мне плохо. Кто-нибудь довезите, пожалуйста, что происходит вообще? Ребята, я не знаю, я честно, я в шоке, я просто сижу, я офигеваю от происходящего, понимаете, я в таком шоке сижу. Это самая странная игра, в которую я играл за последнее время, прям победил, понимаете. Ой, наконец приехали, байк-парилка, отлично, отлично, пивас. Здорово, и так далее. Здорово, привет. Отлично, теперь мы можем выпить все вместе. Да куда еще, скажите, пожалуйста. Да ну харе, ну чё вы? Плохо. Они вообще плохо, пацаны, мне плохо, помогите. Да конечно останется, я так 100 раз делал. Митя, наконец-то, ребята, наконец-таки. Всё. Я предлагаю на этом закончить сегодня нашу серию по этой игре. Если вы, конечно, хотите видеть больше роликов и дальше продолжение по этой игре, то, конечно, ставьте лайки и пишите об этом в комментариях. Ну, как по мне, это была самая странная игра, в которую я вообще когда-либо играл. Серьезно. Вот, поэтому, ребят, я надеюсь, что вам это понравилось. С вами сегодня был, как всегда, Кофе. Не забывайте подписываться, ставьте лайки. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.